Здравствуйте. Утром 13 декабря 2021 года на 72-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган в Свердловской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись большой груз с полуприцепом Volvo, внедорожник УАЗ Hunter и легковой автомобиль Peugeot 406. В результате инцидента два человека получили серьезные травмы. Один из них находится в комовом состоянии. Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, авария произошла в начале 8 утра. 60-летний водитель автомобиля УАЗ Hunter, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Каменска-Уральского, при обгоне большегрузного автомобиля Volvo с полуприцепом, не убедившись в безопасности выполняемого маневра, выехав на встречную полосу, допустил столкновение со встречным автомобилем Peugeot 406 под управлением 35-летней женщины. После столкновения УАЗ отбросила на большегруз, после чего он несколько раз ударился о его кабину и левый борт. В результате женщина-водитель Peugeot получила тяжелые травмы и в состоянии комы была госпитализирована в реанимацию Каменской больницы. Туда же был доставлен и водитель УАЗа. У него диагностированы перелом ребер и сотрясение головного мозга. Водитель большегруза не пострадал. Сотрудники ГИБДД на месте происшествия проводят проверку. Обстоятельства и причины аварии выясняются. Обращение ко всем водителям. Всегда помните. От вас зависит жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Будьте крайне внимательнее, соблюдайте правила дорожного движения и особенно скоростной режим. Не забывайте, что автомобиль – это средство повышенной опасности. Не отвлекайтесь ни на какие телефоны или иные какие-то моменты, которые могут вас отвлечь. Все внимание только на дорогу. Одна необдуманная ошибка может лишить жизни не только того, кто ее допустил. Перед началом движения лишний раз убедитесь, что никому из участников не создаете помех. Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности. Подписывайтесь на наш канал, делитесь данным роликом с друзьями и знакомыми. Может, хоть так до большинства водителей дойдет, к чему приводят их необдуманные поступки. Каждый день в России и во всем мире случаются смертельные аварии. С каждым днем их становится все больше и больше. По статистике, большинство из них происходит по каким-то глупым и необдуманным поступкам водителей. Всегда старайтесь держать под контролем всю дорожную ситуацию и то, что происходит вокруг вас. Желаем вам всего доброго и только хорошего, всем отличного настроения и пожизненной удачи. Всегда и везде берегите себя. Благодарю за внимание, всем пока.